впечатления уже начали складываться после Чертанова. Конечно, после такого обидного поражения команда была убита, и руководство расстроено, и мы, тренерский штаб, в принципе, как могли, настраивали ребят, чтобы вытащить из этой ямы психологической. Но, судя по первому тайму, не до всех достучались. И первый тайм, хотя у нас и было много моментов, мы могли забивать только в первые 5 минут 3 раза. Три момента было, не до всех достучались, и впервые сделали поправки, второй тайм, конечно, провели намного сильнее, опять моменты были, должны были забивать, конечно, такую игру мы должны были выигрывать, и считаю, в целом, конечно, например, так по игре, я уверен, что мы сильнее, чем Курск, и Курск занял первое место, и поэтому вдвойне обидно, что задачу не удалось решить, хотя было все реально. Двоякое впечатление. Очень тяжело было уже при подготовке к этой игре мотивировать футболистов, находить какие-то слова. Ну, небольшая опустошенность была, но молодцы ребята. Вышли с старанием, желанием, хотя много было брака. Вот в связи с тем, о чем я сказал, вот при подготовке к этому матчу много там проигрывали единоборства. Ну, рад, что смогли сохранить ничейный результат в меньшинстве. Рад за ребят, всех с победой Курского авангарда.